Все, а потом он начал нагреваться. Нет тех термосов, понимаешь, что в Союзе такие стеклянные, да? Это было Маша. Игорь, что это был спуск-то, хочешь сказать? Подъемы только начинаются. Вот на том берегу. И двигается вниз по ветке прямо к нам. Мы не можем понять, почему. И вот он застывает, и потом такой язык. Тюм! Вот такую вот букашку завалил какого-то жучка. Они еще листиками притворяются. Налево. О-хо-хо! Да. Ой, какой! Ох ты! Сразу на Игорь, сингл! Игорь, где сингл? Скоро будет. Не переживай. Ну-ну. Пилим, ребята, пилим. А чей это там велосипед не снижит? Меня в гемпарасе замыли. Нам налево. Ну, поехали, что вы, поехали. Первый на сегодня, но очень приятный сингелочек. Каждый преодолевает его единственно доступным ему способом. Что, я половину проехал. Ну, я молодец, никто же не спорит. Серпантинчик. Что-то мы еще не потрудились сегодня, а уже кушаем. По этому оружию, там кому-то там спорт, показывали... Выпрямиться надо, живот скинуть. Это суп горячий, я его там с телевизором растягиваю. Ну, он заснул такой махсонит и стали его бежать. А его когда увидели, что он со сосунком арсенитом, все сразу разбежались. Все солдаты, которые побежали, все разбежались. Мы приближаемся к мемориалу Кеннеди. Как вы знаете, он построен был в 66-м году на деньги американских евреев. По поводу убийства 35-го президента Америки
Джона Кеннеди символизирует ствол срубленного дерева, 51 колонна по числу штатов Америки, плюс Колумбийский округ, где родился президент. На каждой колонне флаг штата. Само место Тайлес Кеннеди. Сейчас мы это внимательно смотрим. Вот эти колонны объедем по кругу. Миша, ты у меня будешь в качестве актера. И Леня. Как вы видите, эмблема каждого штата. Я тебя в качестве рекламы повешу. Обложка журнала. На великор. Молодец. А если разогнаться, вот на эту заехал? Давай, давай, по колонне наверх. Давай, давай, давай. Чехи слова. Белая скала. Все тут белое. Снимаю, снимаю. Коразман. Дайте Лене проехать. О! Ну что тут стали на дороге? Тебя снимаем. Снял, Игорь? Ну конечно, твой геройский поступок. Круто, да? Круто, круто. Не продолжи, молодежь. Я думаю, что знают почти все. Надо рискнуть. Алло. Нет, мне прислали. Да. Не-не-не, стоп. Я позвоню, когда смогу говорить. Беседа? Ну я просто обалдел. Да уж, не совсем удачно мы попали сюда. Ну что, ничего, всю посуду из дома привез? Смотри, здесь бесплатно, там сейчас стоит денег. Чего ж они такую низкую пещеру сделали? Давай, давай, я сюда пролазил, а ты и подавно пролезешь. У древних не было касок. Ни стыда, ни совести не было. А вода питьевая? Не знаю, но я умылся. Да, да, можно пить. Вылезаю чистый. Лёх, куда обратно, Игорь? Да. Я так понимаю, что купаться ни у кого нет желания, да? Ну, Влад, ты сегодня прибавил кошек, молодец. Ну, это было для тебя как спуск, я так понимаю, вообще не заметил. А я уже чуть не выключил камеру, представляешь? А тут такие рекорды бьются. Сейчас мороженое. Дорвались. Набрали. Смотри, было черное. Я говорю, да это не классическое.
Каждый мегапиксель стоит кучу денег. Я ребят не вижу. Это же какой-то испанский всемирно известный архитектор сделал.